Вы решили приобрести сумку-тележку и не знаете, какую же лучше всего приобрести. Весь вопрос стоит вам в качестве сумки-тележки и в высоте сумки-тележки. Дело все в том, что все зависит от того, какого роста вы. По этим параметрам нужно приобретать сумку-тележку. Как вы видите сами, эта сумка-тележка невысокая, а точнее для невысоких людей. Высота от пола до края рукоятки 87 сантиметров. Девочка у нас 1,35 м. Покажи, пройдись-ка у нас, покажи, как она для тебя. Комфортно, некомфортно. Видите, вообще идеальнейшая. И для людей, которые ростом до 1,70 м, а точнее лучше всего до 1,65 м, этот вариант просто супер классный. Спасибо большое. Вот. А по поводу качества. Значит, качество этой тележки превосходное, я вам серьезно сразу же говорю. Почему? Потому что здесь сверхпрочные, толстые, стальные трубки. Они очень качественные в дальнейшем использовании, в отличие от алюминиевых трубок. Во-вторых, здесь посмотрите, металлические колеса. Эти колеса одни из самых лучших колес, одни из самых крепких колес, которые вообще существуют в сумках-тележках. Они здесь вот находятся, здесь у нас получается стальная внутренняя часть. Внешняя часть у нас идет резина, это как автомобильная резина, она неубиваемая, понимаете? Просто реально неубиваемая, как в автомобиле. Плюс это колесо здесь вот на шпингалетах снимается очень быстро, буквально за 10 секунд. Шпингалетики вот эти отгибаются, достается шпилечка и снимается колесо. И обратно точно так же одевается, если вы захотели разобрать эту сумку для того, чтобы ее перевести. Значит, дальнейшие плюсы. Плюс в том, что эта сумка-тележка, она раскладная, или можно так сказать, складная. Если вы решили перевести какие-нибудь вещи, я имею в виду, что положить эту сумку-тележку в машину, либо на шкаф, под шкаф, либо даже просто в чемодан, это делается просто элементарно. Раз и два. Потом нижняя часть вот эта вот складывается вот сюда. Три. Видите? И вот в таком состоянии вы можете перевозить эту сумку-тележку то ли в машине, то ли положить ее просто дома, на шкаф, как я и говорил, либо под шкаф. Вот даже вот в таком состоянии. Раз, два. Вот так вот все компактненько. Немножечко я замял. Вот так вот компактненько все бывает. Видали? Плюс снимаются вот эти колеса, они кладутся сюда вовнутрь. И вообще сумка-тележка составляет шириной не больше, чем 8 сантиметров. Это очень компактный и шикарный вариант. Далее, если вы, например, решили не возить в самой сумке какие-то предметы, вы можете эту тележку использовать просто как тележку, поставив даже сюда коробку, ведро, бутылку 18-19,5 литров, любой предмет положить сюда, даже бетонную плиту, и перевозить на этой тележке. Она выдержит любую нагрузку, ну, в пределах разумного, я думаю, что до 30 килограмм без проблем выдержит. Все, попользовались, взяли, одели сумочку сверху вот так вот быренько, вот, чик, опачки, зафиксировали, и у вас уже здесь не просто тележка, а сумка-тележка. Отличного качества, неубиваемый материал, не водопроницаемый. Кстати, вот посмотрите, застежечка здесь у нас открывается очень легко, буквально двумя пальчиками, карабинчик такой. И раз, два. Карабин, он регулируется вверх-вниз. Внутри здесь находится карман формата А4 для документов, для кошелька, для бумаг. Вот, и внутренняя часть у нас идет литражом приблизительно до 25 литров, в зависимости от габаритов сумки. Внутри у нас тентовое покрытие, вода не поступает сверху, не поступает изнутри. Очень качественный материал, все швы четкие, ровненькие, беспроблемные. Если кто-то начнет в комментариях писать, да, плохая, запах и все остальное, запах есть, был и будет заводским в течение 1-2 дней, и все выветрится, и никаких проблем больше не будет. Рукоятка здесь поролоновая, вот, водовпитывающая. Если у вас рука потеет, сюда потик входит. Так что очень комфортно, мягенько и приятненько держать эту рукоятку. Реально тележка наикрутейшая. Если вы ее приобретете, вы не пожалеете, я вас умоляю. 100%. Уверяю, на 1 000 000% даже.
Вот. Это одна из самых лучших тележек, которые приобретают люди ростом до 1,65 м. Я вам рекомендую. Так что имейте в виду. Кстати, вот еще, да, забыл сказать. Вот кармашек у нас здесь есть. Имеется в наличии для документов. Либо для телефона, либо для денежек. Вот. Лучшие тележки этой вы не найдете. Она может верхняя часть быть в разной цветовой гамме, и с буквой, и с клеткой, и с гобеленом. Ссылочка находится внизу в описании под этим видео. Рекомендую, 100% не пожалеете.